Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про английского Спрингер Спаниеля. Английский Спрингер Спаниель – крупнейшая и древнейшая из всех пород спаниелей. Эти собаки были известны еще в эпоху Возрождения, как отличные помощники в охоте. Сегодня заводчики во всем мире ценят английских Спрингер Спаниелей как за отличные служебные качества, так и за покладистый, неагрессивный, общительный характер. Английский Спрингер Спаниель – замечательная собака и для детей, и для семьи. Очень дружелюбный, не злой абсолютно. Вот. Со всеми уживается хорошо, и с малышами, и со взрослыми. Ну, бывает между собой только. Вот. А так очень шустрый он. Конечно, тяжеловато в том плане, что уши все собирает, и вот эта вот вертихвостность такой. Но если вы же подбираете себе породу, правильно, под свой характер. Вот. Поэтому мне, например, с ним очень хорошо. Вот. А если вы человек пассивный, то, соответственно, и породу надо выбирать себе под характер. Английские Спрингер Спаниели – собаки средних размеров. Рост в холке у представителей породы может достигать 51 сантиметра, а вес редко превышает 23 килограммов. Шерсть у этих собак прилегающая, прямая. Отличительная черта внешности английских Спрингер Спаниели – длинные, расположенные низко уши. Английские Спрингер Спаниели идеально подходят для активных людей и больших семей с детьми. Эти собаки великолепно уживаются с другими домашними животными. Однако всем желающим завести себе представителя породы стоит помнить о том, что английским Спрингер Спаниелям необходимы ежедневные физические нагрузки. При уходе за английским Спрингер Спаниелем особое внимание стоит уделять ушам животного. Их необходимо регулярно осматривать и чистить. Также нужно следить за состоянием шерсти животного. Расчесывать собаку рекомендуется несколько раз в неделю, купать по мере загрязнения. По поводу ухода. Ну, вот с ушами, конечно, мы все собираем. А длинная шерсть, она всегда предполагает какие-то манипуляции. И у гладкошерстные, но они тоже линяют, все линяют. Вот. Я весна вот самое такое проблематичное время, а все остальное время нормально. Средняя продолжительность жизни собак породы английский Спрингер Спаниель составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!